Тела британского альпиниста Тома Балларда и его итальянского коллеги Даниэле Нарди были обнаружены на склоне горы Нанга-Парбат в Гималаях. Об этом сообщил в Твиттере посол Италии в Пакистане Стефано Пантекорво. Для друзей погибших это печальное известие не стало сюрпризом. «Должен признаться, что я был готов к получению этой новости. Я понял, что они погибли еще в четверг. Я испытал чувство потери, так как Том был замечательно молодым человеком». Связь с альпинистами была потеряна еще 24 февраля. К тому моменту они сумели достичь высоты в 6000 метров. Нанга-Парбат входит в первую тройку самых опасных для восхождения восьмитысячников.